Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня 5 апреля, пятница, ура, ура! Впереди выходные, впереди отдых, впереди поездки, прогулки, масса ярких и замечательных впечатлений. А сегодня мы с вами будем снимать деточку чоколад, шоколадка. И отправлять ее в свободное плавание. Вот она, эта замечательная деточка. Вот она на мамочке находится. Эта деточка уже имеет свою хозяйку. Ее хозяйка Елена Акилова. И для нее сегодня будет этот сюжет. Итак, приступим. Как бы мне бы еще бы сесть бы поудобнее здесь. Так. Значит, вот такая у нас орхидея. Это Дритонопсис. Шоколадка. Вот такая замечательная орхидейка. Вот такой замечательный, чудесный образец. Вот с такой детью. Она вырастила вот такую красивую деточку. Замечательно. И сейчас мы эту деточку с вами очень быстро отделим от материнского цветоноса. Уберем ножницы. Вот так вот придерживая. И отрезаем. Все. Деточка у нас снята. Цветонос материнский мы опять закрепляем. У нее здесь живые почечки. И сейчас мы быстренько это дитя обработаем. Вот она, эта малышечка. Вот такая замечательная. Смотрите, какие у нее листики. Прелесть. Она вылитая мама. Очень похожа на свою маму, только в мини-варианте. Вот с такими вот полосочками, прожилочками черненькими. Ну, просто прелесть. Не дитя, а прелесть. Вот такая куколка. Так, обрабатывать буду я ее, как всегда я это делаю, зеленочкой. То есть я беру зеленочку. Беру ушную палочку. И вот таким вот образом прижигаю. Все. Все. И то же самое я делаю на материнском цветоносе. Вместо среза прижигаю зеленочкой. Все. Отдыхай, моя красавица. Хочу сказать, что после того, как я отделила детку, я обязательно эту орхидейку покормлю универсальным удобрением для орхидей. Она будет сегодня накормлена методом замачивания на 2/3 горшка на 20-30 минут. Сейчас я покажу все-таки ее, какая она шикарная. Вот, посмотрите, какие у нас замечательные корни. Очень сильное и здоровое растение. Она прелесть, я ее люблю. Так, и быстренько начнем сажать. Будем ее сажать по вот подобию вот этого маленького чармера, которого мы снимали 25 марта. 19-го года, почему-то я здесь 18-го написала. Вот таким вот образом мы его посадили. Вот у него, посмотрите, как корень хорошо, видите, растет, наращивает, в силу берет уже здесь. Вот у него корешочек вот этот вот подрос. Это чермерок тоже теперь будет жить у Елены
акиловой. То есть она у меня забирает двух деток, вот этих вот замечательных, сильных и здоровых деточек. И будем сажать так же. То есть у нас есть вот такой стаканчик. Этот стаканчик уже из Макдональдса от мороженого. Здесь я подписала Дритонопсис, шоколадка 5 апреля 2019 года. Ничего сложного нет. Берем грунтик. Вот такой вот грунтик у меня, кашка для маленьких орхидей. Здесь у меня миленький серамис, здесь у меня миленький уголек, все очень миленько. Здесь у меня мелкая фракция компассаны. Все у меня здесь замечательно. И даже попадаются вот маленькие такие керамзитинки у меня здесь вот видно. Это все очень вкусно, так сказать, и питательно для ребенка. Берем мы нашу малышку. Я поглядываю в камеру, видно там или не видно? Наверное, надо чуть-чуть принаклонить вот так. Может быть, будет видно мою коленку, но это не страшно. Коленки у меня симпатичные. Так, ха-ха-ха, это я так веселюсь. Вот так вот мы ставим нашу красоточку. Вот таким вот образом. Вот, замечательно оно у нас привстало. Корешочек у нее вон прям туда вниз пойдет. Керамзитику, то, что нам надо. И быстренько, весело ее засыпаем. О, полетел вертолет. Куда-то у нас здесь вертолеты летают всякие. Ну, вам, может быть, не слышно, но мне слышно. Первая рабочая неделя после больничного прошла плодотворно, так сказать, не разгибая спины. Я трудилась, но представьте, меня 2 недели не было, и там помогал совершенно другой человек. Как я уже говорила, что чужое, оно и есть чужое. То есть мои цветы были не политы, все пересушены и прочее, прочее, прочее. Но кто знает, кем я работаю? Я работаю младшим воспитателем в детском саду. Так что мне пришлось все начинать с нуля. То есть вымывать, убирать, поливать и все дела. Не обошлось также без нервяков. Очень круто мне так. Одна из представительниц нашего дружного женского коллектива подпортила нервы. Так что я сегодня домой бежала, просто сломя голову. Дом с мыслями дом, милый дом. Дом и стены помогают. Потому что, конечно, очень тяжело работать в паре с человеком, который тебя или не понимает, или не хочет понимать, или вообще что хочет, непонятно. Ну, Бог ей судья. Я ей обещала, что я скажу. Она знает, что у меня есть канал. Я обещала, что я буду так потихоньку рассказывать какие-то, ну, новости, которые можно рассказывать. Но у меня даже была мысль, знаете, уйти с работы, потому что в такой нервной обстановке, которую мне создает моя напарница, очень тяжело работать, и чтобы у тебя еще и настроение было хорошее, чтобы у тебя еще и из рук ничего не валилось. Все, ребят, девочки мои и мальчики, посмотрите, какая прелесть у меня получилась. Вот такая замечательная прелесть. То есть наша малышечка посажена. Видите, как все легко и просто. Я в начале ролика, возможно, поставлю пример цветения этой орхидеи. Ну, цветение домашнее. Вот. И вот таким образом поливать ее очень просто. Так же, как я поливаю вот этот чармер и все остальные малыши. То есть поливаю доливом. Доливаю до
уровня керамзита вот так вот, вот водичку. И все, водичка испаряется, грунтик намокает, корешок вот этот вот, который где он у нас здесь, я что-то его и не вижу, куда он подевался, но он вылезет потом здесь, просто сейчас так пыльненько, где-то он здесь есть. На корешочек покажется, и можно будет ориентироваться. Ну, мне очень нравится, прелесть. Вот такая вот маленькая каляка у меня получилась. Сейчас я налью ей сюда немножечко отстойной водички, ну, чтобы ей уже было комфортно. Пусть привыкает. И завтра они поедут к новой хозяйке, вот эти вот красавчики, к Елене Акиловой. И также к ней поедет дендробиум, деленка, пинк-леди. Леночка, спасибо вам за то, что вы у меня приобрели эти растения. Поздравляю вас с хорошей покупкой и спасибо вам. Я думаю, вы будете довольны моими растениями. Ну вот, собственно, на этом все. Вот так вот сейчас мы поставим сюда нашу маму. Вот. На этом и все. Вот такое небольшое видео, которое я хочу закончить словами. Будьте добры. Это такое понятие, знаете, оно не имеет ни времени, ни пространства. Нельзя быть злым, нельзя быть завистливым, нельзя быть бескультурным. Знаете, это все-таки откладывает отпечаток и на внешности человека. В этом я уже давно убедилась. И все-таки у всех у нас есть семьи. И знаете, вот страдают-то не те люди, которые негативные такие, вот завистливые, злобненькие, сплетники такие вот, а страдают на самом деле их близкие. Почему-то так распоряжаются небеса, что этому человеку, вы знаете, как вот просто с гуся вода. Ничего ему не берет его, ни одна, как говорится, холера. Дай бог им здоровья таким людям. Но страдают-то их близкие, их родственники и окружающие их люди. Потому что они распространяют вот это вот свой негатив, как желчь он растекается. Знаете, дай бог, чтобы таких людей было меньше. И чтобы они как можно реже встречались на нашем с вами пути. Я сама, как человек, очень добрый, и всегда у меня с положительными эмоциями, я никогда никому не завидовала, никогда никому не перешла дорогу, никогда не сделала никому больно. Может быть, если вольно или невольно, бывает, знаете, как по неосторожности или немножечко по недомыслию, обидишь человека, но потом попросишь у него прощения. Вот просто там передумаешь все, переберешь вот это вот всю ситуацию, проиграешь внутри себя и думаешь, не, ну слушай, надо хотя бы там как-то извиниться и сказать прости или извини меня. Может быть, для кого-то трудно, но это надо делать. Вы знаете, надо для того, чтобы очищать свою душу, хотела даже сказать, знаете, грешную душу, потому что все мы грешны. Может быть, кто-то атеист, но вы знаете, ну, я тоже не очень глубоко верующий человек, но, знаете, без веры жить трудно. Все-таки надо во что-то верить. Но все во что-то верят. Пусть мы все разного вероисповедания, пусть все разных конфессий, но все равно человек всегда верит, верит и надеется. А как говорится, если человек, ну, бывают такие, да, люди, что Фома неверующий, как говорится, не верит ни в Бога, ни в черта, ну, они за это и получают. Я никому не желаю зла. Но вот так вот, знаете, очень тяжело, когда
Такой человек появляется в твоем окружении, который несет разрушительную энергию, и кроме как неприятностей моральных, каких-то боли моральных, каких-то обид, больше ничего не приносит. И для которого все плохие, только человек хороший. Изворотливый, лживый, злой и завистливый. Ну ладно, это все, так сказать, детали. Я даже начала ковырять пальчик. Это, наверное, немножко от досады. Ладно, бог с ним. Пройдут выходные. Я думаю, что если завтра будет хорошая погода, мы с Настей обязательно пойдем погуляем, подышим воздухом, наберемся положительных эмоций. И все будет хорошо. Ну, в принципе, по-другому быть не может, потому что все течет, все меняется, и все будет отлично. На этом я с вами прощаюсь, дорогие мои. Спасибо за то, что смотрите меня на моем канале. Спасибо за то, что вы со мной. Я чувствую вас, чувствую вашу энергетику, чувствую ваше доброе отношение ко мне. Спасибо вам за это. И также желаю вам всем крепкого здоровья, бодрости духа, замечательных выходных и всего вам самого наилучшего и вашим родным и близким. От чистого сердца и с чистой душой. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.